Всем привет! Всем доброе утро! Привет! На часах у нас... 10:16 ровных минут. И мы собрались завтракать. Ты что покушал? Я покушал яйца соленые. А я буду кушать икру с русского магазина с маслом. И думаю, что торт и чай. Ну, посмотрим, насколько меня хватит. А то я что-то особо утром кушать не хочу. А Луна все же разорвала своего дружка. Вот. На куски. Просто. На куски. Разорвала и поставила монстра сверху, как будто это он сделал. Вот сам. Кто красавчик? Любимый красавчик. Офигенно классная погода. Просто весна весной. Я вот так вот сегодня одета. И мы с любимым едем по делам. Нам нужно заехать на почту, забрать посылку. И мы сейчас вышли наконец-то на улицу. С моими волосами творится что-то опять после дульки или после косы. Погода. Красавица моя. Вот я люблю такую погоду именно для такой одежды. Вроде длинный рукав, но не жарко, знаешь. Не, офигенная погода, реально. Сейчас я заведу свою трандулет. Трандулет? Вот это, по-твоему, трандулет, да? 500 лошадиных капель. А мы выносим мусорку. Это будет 2000 копыт. Вот так здесь у нас. Где копыта? Мы идем на мусорку. Мусорка нас ждет впереди. Вот там. Вот там наша мусорка. И мы идем. Ну, танцы не заканчиваются даже здесь. На тебя люди смотрят. Мы идем. А вот в той стороне выглядит так. И наши машины стоят. О, я не успела. Сделай еще раз. Как вы видите, мы уже дома. Мы заезжали в ЗАГС, без покушали, и сейчас тюлени на пастбище. Эй, тюлень. Иди тоже. Дай мой телефон, пожалуйста. Куда ты унес мой телефон? Где он? Он у тебя. Он у тебя. У меня нету.
Можно я поставлю это в интернет? На улице такая погода, что хочется спать. Но, блин, если сейчас лягу спать, то я потом всю ночь не буду спать. Мы на почте забрали посылку, которую нужно было чисто лично идти подписываться там. Тихо, бой! Забирать. И нас еще ждала одна коробка, так что сейчас мне есть что снять. Любимый, ты будешь спать, правда? А я буду работать. Заниматься любимым делом. Распаковкой посылок. Луна, а что ты будешь делать? Писать под моей кроватью? Вывести ее? Тогда давай, Луна, пошли погуляем с тобой. Луна, ты где? На. Что ты там делаешь? Давай, пошли гулять. На. Идем гулять, Луна. Пошли гулять. Мы идем гулять с Луночкой. Луна, ты где там? Ползи давай вперед. Эй, какая счастливая собака. Ой, какая счастливая. Она же знает, что мы будем гулять. Давай. Так, фу, 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 фу. А ну фу, иди сюда. Иди сюда. Сейчас я ее завяжу. Пристегну. И мы пошли. Оба. Куда, Луна, пойдем гулять? Пошли гулять, Луна. Идем гулять назад. Пошли. Так, а ну-ка не бушуй здесь мне. Бушулка маленькая. Давай, идем, я знаю, ты хочешь на улицу, да, Луна? Ты хочешь на улицу, Луна? Кто там, белочки бегают? Ты гавкаешь на них? Давай, пошли. Вперед за родину. Тут у нас стоит мойка для машин. Такая штука, которая моет машины. Кстати, листьев намело опять очень много. Нужно будет подмести. От этой штуки так пахнет соляркой. Луна, ты что делаешь? Давай, делай, и гуляй смело. Луна пока не будет гулять, я ее вот так вот закрою. Вот так, вот на такой длине я ее зафиксирую полностью. Ставлю вот так. И потом тяну вот эту сетку москитную. И саму... тяжело. И саму дверь закрываем. И Луна никуда не сбежит. И Луна будет гулять сама. Все, Луна, через полчаса встретимся. И я снова с вами. Я уже отсняла, как вы видите, свои посылочки. Штатив стоит. Кстати, вот он. Я его купила недавно. Очень классные подарочки в этот раз. Приложили ручку, кусочек мыла. То ли мыло, то ли что, это не могу понять. Здравствуйте, с вами Ирина Петровна в пиджаке. И познакомимся я... Нира. Знаете почему? Вот почему. Смотрите, я накрасилась. Раз пятилетку. Мы собрались погулять с любимым, да? Да. Куда мы собрались? Гулять. Гулять мы собрались. Мы собрались гулять. Кстати, на мне вторая помада. Как вам? Она очень красивая, мне так нравится. И вообще, смотрите, какое качество. Так что... Давай, тюлень, вставай. Тюленчик поспал. Поспал хорошо, тюленчик. Очень хорошо. Ну и хорошо тогда. Пошли, тюлень. Луна, а ты пойдешь, к сожалению, в свой домик отдыхать. Давай, пошли. Луна, на. О, дай консерву, она там. Давай, как потом. У нее пустая. Чекай, Луна, давай на место. Давай на место. Давай. Спасибо, Луна. Дай Бог тебе здоровья. Ты облегчила нашу жизнь. Какая очень молодежная. Мы пришли в суши. Кушаем сейчас в ресторане. Как он называется, этот ресторан? Да. Вот, походу, вот так это называется. Кирин суши. Кирин суши. Ага. Короче, это новое место. Мы здесь еще не были. И будем сейчас кушать. Окей, thanks. Нам принесли воду только что. Заказали мисо-суп, и сейчас будем суши смотреть, да? Угу. Здесь меню вот такое вот. Короче, как стандартное, как я поняла. Короче, нам принесут еду, и мы покажем, что. Как вы видите, нам принесли уже мисо-суп, и даже уже вторую порцию для любимого. Очень понравился, был очень вкусным. Только вот я зеленый лук не люблю, а так все окей. Пока что самый вкусный, который я ела здесь в Америке. Итак, нам принесли наши суши. Смотрим.
мы очень любим тунец. И поэтому взяли много с тунцом. Мы взяли Rainbow, потом Tiger какие-то, да? И что еще? И, короче, и просто роллы с тунцом. Так что всем приятного аппетита, если кто-то кушает. Вот и наш десерт. Это жареное мороженое. Как ты думаешь, оно вкусное? Оно внутри... Вау, круто. Оно внутри с зеленым чаем, само мороженое. А это сверху сливки. Мы наелись очень хорошо. Что ты скажешь? Очень вкусно было, да? Очень вкусное мороженое. Боже, это просто райское наслаждение. Оно совсем не сладкое. Оно реально очень прям с таким вкусом зеленого чая. Тебе понравилось? Да, очень. Мы даже с собой взяли коробку, то, что осталось, потому что было очень много. Не влезает столько. А сейчас куда мы едем? К Крогеру или к Вулмарту? Да? Вулмарт. Да, мы едем в Вулмарт, купим продукты, завтра я буду готовить. Мы были только что в магазине, и вот с покупками пришли грузить в багажник, и посмотрите, что здесь творится. Все в пыли, и мы не можем понять, что это. Это не пыль, это мука. Это мука? А что она здесь делает? Мы вау. Ничего вроде не забывали. Наверное, что это такое? Потому что мука, видишь... А нету причины вообще вот от этого? Что это вообще такое? А здесь что в кульке? А, это старые. А кто-то мог это сделать? А вот это не открылось там с пылью? Нет, это что-то другое, не могу понять почему. Я думаю, что это... Не пахнет пыль. Капец, она повсюду, это нереально, это что вообще такое? И смотри, она сверху идет, видишь, она сверху посыпалась. Просто смотри, она полностью во всем багажнике. А это что за упаковка? А ну смотри, вот здесь больше всего. Что за нафиг вообще? Да этот огнетушитель взорвался. Ну что, я посмотрел, может быть, это так, но это не так, потому что он заблокирован. А... Его нельзя. А ну, сейчас не выстрелит. Хотя, походу, это он. Это он выстрелил? Ну, он плотный. Вау, офигеть. Ну да, что-то розового цвета, обычно оно такое. Может быть, и он. Капец. Ну, вот этот багажник сейчас что-то ставить не вариант. Ставить не вариант, да. Это жесть. Да. Ужасно, вот смотрите, это как будто мука, но розового цвета. Капец. Вот мы и приехали домой. Да, и вот они наши покупки. Мы закупились надолго. Так, с чего начнем? Давайте начнем с этого кулька, который здесь. Я очень быстро покажу. Вот мы купили огурцы. Потом мы купили... Фух, что это пахнет? Помидоры. Так, трехнет. Потом мы взяли вот такое вот мороженое с кокосом. Так, следующее. Вот любимый взял себе протеиновый кефир. Потом он взял себе какую-то шнягу для коктейлей. Йогуртно. По йогурту что-то с протеином тоже. Так, следующее это сухарики будем заменять их на, то есть хлеб будем заменять на сухарики. И вот такие вот упаковки тунца. Я его просто обожаю. Это тунец в масле, именно подсолнечном масле. Он имеет очень много граммов протеина. Так, следующее, любимый взял себе курагу. Что у нас? Я взяла себе тыквенные семечки для здоровья, очень полезные. Так, потом взяла себе неполезные для здоровья. Кислые такие вот штуки, я люблю такое. Так, следующее. Взяла для кухни обычные эти, которые пожестче. Так, вот любимый взял нити для рыбалки. Две упаковки будем до пенсии чистить. Вот этот, он пахнет, кстати. Это салфетки ароматизированные для сушки. У нас есть и стиралка, и сушилка. И в сушилку они ставятся, чтобы не терялся запах от порошка. Луна. Так, у нас закончились кухонные кульки для мусора. С этим кульком все. Так, следующее. Тут у нас... Мясо, свинины и ребра. Будем делать красный борщ завтра. Так. Это от шерсти, потому что животные любят.
Потом у нас заканчивается средство для посуды. Взяли вот такое. Так, следующее. Тоже для шерсти. Еще одно для шерсти. Маленькие кульки мусорные для туалета. Так. Спортивная соль для ванны. Это любимому. После спорта. От снятия боли в мышцах. Так. Тоже сегодня был мелкий. Потом я взяла себе голубику вот такую большую и вкусную. Я ее обожаю. Просто обожаю. Петельку снимаешь. Взяли буряк. Или еще по-другому свекла по-русски. Буряк это по-украински. Так, сорис. Виноград взяли. Бананы. Один гранат. Энерджи. Это В8, ребята. Витаминов 8 называется. Это опять курага, не важно, будем сидеть, садить, наверное. Сейчас за. Это крем. Сливки. Две упаковки макарон. Барилла. Вот такие маленькие и вот такие вот. Так. Мои любимые оливочки, фаршированные с перцем или с морковкой, даже не знаю. Протеиновый батончик. Упаковка сельдерея для борща. Лимон и лайм в жидком виде для того, чтобы закислить борщ. Для зажарки морковка. И два лимона опять для борща тоже. Я ставлю вместо класса. И на этом все. Вот такой вот стол, ребята, и вот такие вот кульки. Больше кульков. Это все бумага. Ну, все это купили в Walmart, $127 обошлось. Я считаю, что это очень неплохо, потому что мы ходим в русский магазин и оставляем там деньги даже больше и даже наполовину нет того, чего здесь. Вы думаете, Ирина Петровна? Да, я просто в этом уверена. Смотри, Луна, как мумия видна. Хэллоуин уже закончен вообще-то. Луна, Луна, что? Не надо? Все, ребята, теперь нам есть работа. Распределять все по местам. Мы сидим на диване. Кушаем вот эти соленые штучки. Кстати, они очень вкусные, но они вообще не соленые. Они не такие уж кислые и не соленые. Это шумит здесь сериал. Любимый смотрит «Стрелу». Но мне не нравятся такие сериалы. Мне фантастика вообще не нравится. Мне фантастика, если нравится, то прям сказка. Я включилась, чтобы попрощаться, потому что я сейчас иду обрабатывать влог. Любимый будет смотреть сериал, да? И потом будет принимать ванну со своей новой солью. И уже скажет, как она будет, классная или нет. Да? Уже потом, завтра. А я иду обрабатывать влог, снимать с себя макияж. И давай скажем всем спокойной ночи и до завтра. Скажем? Спокойной ночи, ребята. Набирайте сил, отдыхайте. И смотрите Ерочку. Хорошее пожелание. Так что всем спокойной ночи.